Сегодня я хочу показать не только нашим горским женщинам, но и всем, кто отправляет Пейсах, как это сделать быстро и удобно, в принципе, блюдо, которое мы делаем на Пейсах в каждой горской семье. Мы возьмем мацу, раскрошим ее средними небольшими кусочками. Для этого у вас уже должна быть разогрета горячая вода. Заливаем небольшим количеством воды. Закрываем герметично крышечку и оставляем на 5-7 минут. Мы берем яйца. Каждая женщина, которая делает бабку, она готовит ее приблизительно на количество людей в своей семьи. Мы ее сегодня запечем в духовке. Это очень удобный вариант. 5 яиц. Я должна это все взбить немножко. Вот наша маца распарилась. Добавляю сюда соль, перец. И это все заливаю. Мы это все перемешиваем. Начиночка от грибов. Я ее добавлю сюда. И тоже перемешаю. Получается такая консистенция. Мы берем вот такую формочку. Чуть-чуть масла выкладываем. И в разогретую духовку я ее ставлю на 170-180 градусов. Бабка готова, она остыла немножко. И сейчас я ее нарежу и красиво подам. Режется она очень удобно, очень хорошо, не рассыпается. Приятного аппетита, Пейсах Самеах!